Чиновников эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Информация о заложенном взрывном устройстве в здании Саратовской областной думы поступила 21 октября примерно в 2 часа дня. Все сотрудники и депутаты регионального парламента были эвакуированы. На место прибыли спасатели, пожарные расчеты, кареты скорой помощи, сотрудники ОМОН и кинологи с собаками. Специалисты обследовали помещение областной думы и не нашли никаких подозрительных предметов. Обыскали и стоящее рядом здание администрации Саратова, где также не обнаружили никакой взрывчатки. Информация о том, что бомба заложена в помещении администрации заводского района, также оказалась ложной. Сотрудники полиции оперативно установили личность человека, сообщившего о взрывном устройстве. Им оказался 30-летний мужчина, подозреваемый уже задержан. Предположительно, в момент звонка о минировании он находился в состоянии алкогольного опьянения.